Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это что у нас сегодня? Сегодня у нас 19-е. Ну что, тут надо переставить, видимо, 462 и на 18-е. Номер 462. События дня. Евангелие от Иоанна 5:44. А славы, которая от единого Бога не ищите. То есть целиком стих не принимает система на заглавие роликов, поэтому сокращаем. За 18 марта 2017 года. А сегодня у нас воскресенье. Более краткая молитва, потому что сразу идем на богослужение. Ну и здесь я поясняю, как по скайпу выходить можно. С 4 Москвы до 16. И кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звонить ни в свое время, без договоренности, что я свободен и могу принимать. Вот иногда запись идет, ну, звонят и все. Прошу это правило не нарушать. Звонят раз за разом, я должен отключать или просто мешает. Я не раз говорил, но все равно заходят. В скайпе, на моей страничке, на других ресурсах, одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Прошу не нарушать сей регламент. Это речь идет, ну, когда здесь надо что-то в скайпе, оно мне мешает. А где-то в другом месте там, на наших ресурсах, это можно. И дальше я говорю, можно посмотреть вот этот фильм и сделать выводы во свете Библии. Хотя во время поста мы стараемся избегать смотреть. Называется «Иннокентий Сибиряков». Себе запишите название фильма. Ну и зарядите его в Гугле или в Ютубе. И дальше заголовок. «Помогите мне, я страшно богат». Фильм 2016 года. Чтобы узнать, какие у людей мнения, комментарии, а потом в конце просят, чтобы я это сделал. Вчера я уже засчитывал, были комментарии. Дальше. Какие были письма вчера, часть из них публикую. Часть. Сергей Астахов. «Дело жизни нашей идет так. Привносит кто в дело от себя труд произволения и получает, что потребно для него от благодати. Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. И та с самопринуждением бывающая есть дело произволения, а это, совершаемое с услаждением, есть дело благодати». Это говорит преподобный Зосима Палестинский около 560 года. Ну, кто из что говорил о молитве? «Я дышу, и это не доставляет мне труда». Это свойство человеческого существа. Так и молитва была его свойством до падения. Теперь же молитва стала трудом, понуждением, как у больного человека затруднено дыхание. Иеромонах Василий Оптинский Росляков, 1960-1993 годы. Вы говорите, в Бога я верю, но вера моя какая-то неровная. Иногда я молюсь с наслаждением, а иногда только по привычке отчитываю молитвы. И прекрасно делаете, что по привычке их считаете. Этот труд, это понуждение, это изволение первичное. Этот навык более в нашей воле, чем в то наслаждение, которым вы довольны. Это один из главных пунктов современных ошибок и недоумения. Мы все нынче ищем сразу сильного чувства, трогательного ощущения, искренности и так далее. Это большая ошибка. Не только ровную молитву приобрести невозможно, но и ровная вера едва ли кому-нибудь доступна, разве великим подвижникам? И за то, что у них вера всегда ровна, я не ручаюсь. Свидетельств святоотеческих на это не помню. Философ Константин Леонтьев, 1833-91 годы. Пренебрегающего заповедью о молитве постигает самые тяжкие нарушения прочих заповедей, передавая его одно другому, как узника. Преподобный Марк, подвижник 4-5 века. Кто пренебрегает заповедью о молитве, молитва обязательно должна иметь для себя время. Везде надо делать все быстро, кроме молитвы и чтения Слова Божия.
Не верь плоти своей, угрожающей тебе несостоятельностью во время молитвы. Она лжет, плоть твоя. Станешь молиться, увидишь, что плоть сделалась покорной твоей рабою. Молитва ее оживит. Помни всегда, что плоть лжива. Говорят, нет охоты, не молись. Это лукавое мудрование, плотское. Не стань только молиться, так и совсем отстанешь от молитвы. Плоть того и хочет. Царствие небесное нудится, то есть усилием приобретается. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. И что интересно, православные через запятую главу от стиха отделяют. Вообще смешно даже. Через двоеточие надо. Без самопринуждения к добру не спасешься. Необходимо возбуждать сердце к молитве, иначе оно совсем иссохнет. Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве. Сначала будет трудно, а потом, чем более будем принуждать себя, тем легче будет. Но сначала всегда нужно принуждать себя. Вот интересно, ребятишки, ну сколько разных стихотворений запоминает, приезжает. Столько всяких движений может делать, и плясать, и переворачиваться. Но крестное знамение совершить не может. Показываю, завтра встает, ничего нет. У ребенка веры нету. Другой на каждом шагу крестится. А этот не умный, при том, видно, ребенок-то сообразительный. Не может перекреститься. Положи пальцы сюда. Перекрестился, делай сам. Он куда попало, тыщет рукой, и все. Ничего не понятно-то. Давай гимнастику делать. Сложные такие упражнения. Делает свободно. Как крестное знамение, как парализованный. А ребенку всего там года 2-4. Иногда мы стоим в церкви или дома на молитве в расслаблении духа и тела. И бессильно она, хладно, бесплодно бывает душа наша, как та языческая неплодящая церковь. Но лишь напряжем сердце свое к искренней молитве к Богу, обратим мысли и сердце к Нему, с верой живой, тотчас и оживет, согреется и оплодотворится душа наша. Какое вдруг спокойствие, какая легкость, какое умиление, какой внутренний святой огонь, какие теплые слезы о грехах. Ах, зачем мы чаще не обращаем сердец своих ко Господу? Сколько у Него, у Христа, всегда сокрыто для нас покоя и утешения. Святой Иоанн Кронштадтский, 1829-1908 годы. Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Преподобный Агафон Египетский, 5 век. Как в древние времена, так и теперь упражнения в молитве возможны и даже необходимы для всех. Молитвой все получается, даже самая молитва, и потому не нужно никогда оставлять ее. Молиться с самопонуждением состоит в нашей воле, а молиться с умилением зависит от Бога. Если не достигнешь вполне плодов и совершенства молитвы, то хорошо и то, если скончаешься на пути к ней. Преподобный Иосиф Оптинский, 1837-1911. Принуждение себя и понуждение на молитву очень нужно в молитвенном подвиге. Враг внушает различные помыслы для смущения неразумных, говоря, что молитва требует сосредоточенности, умиление и так далее. А если этого нет, то она только прогневляет Бога. Некоторые слушают эти доводы и бросают молитву на радость врагу. Не следует внимать искусительным помыслам, надо гнать их далеко от себя и, не смущаясь, продолжать молитвенный труд. Пусть незаметный плод этого труда, пусть человек не переживает духовных восторгов, умиления и так далее. Все-таки бездейственная молитва остаться не может. Она бесшумно совершает свое дело. Это говорит преподобный Варсонофий Оптинский, 1845-1913 годы. Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва радость. Нет, молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий молится с ним. Вот такие мысли мне дали о молитве.
Сергей Игнатов пишет: «Спаси Христос! Мне очень было тяжело молиться в храме, тогда, когда чтец невнятно и скороговоркой читал по церковно-славянски псалмы, а не понимал возглашаемое в такой способ Слово Божие». Юрий Соболев: «Мир вам, Игнатий Тихонович! Все размышляю над сказанным вами мне вчера и мысленно готовлюсь к возможному визиту еретика на будущей неделе. Тактика, что и как сказать, как повести себя, какие стихи привести и так далее. То есть внутри меня со вчерашнего занятия идет непрерывная работа. И хотя проснулся сегодня рано, без будильника, проснулся со вчерашними мыслями сразу, будто работа не прекращалась и ночью». То есть он преподает, Юрий, в Государственной академии и в университете, и ведет занятия при епархии. И там пришел еретик, так называемый свидетель Иеговы-то. И он говорит: мне и занятия нельзя бросить, и надо, чтобы как-то на него-то повлиять. Вообще же благодарю Бога, что встряхнул меня вчера, выведя на острие свидетельство. А поделиться вот чем хотел. На утренней молитве пришла одна явственная мысль, и я сразу вспомнил вас, точнее ваш метод «открытым оком». Понял, что в очередной раз «испытал» в кавычках на себе сей метод, испытав его на практике. Попробую описать феноменологически. По настоящее время чувствую ощущение чего-то смутного, чуждого, что принес в себе тот человек. И это чувство не к человеку, а к той ереси, носителем которой он стал. Быть может, поэтому даже материальное оскверняется при соприкосновении с этими сатанинскими плевелами. Не случайно в числах 16 главе отправляются живыми в преисподнюю не только Корей, Дафан, Аверон, но и все их имущество, да и Моисея не вели даже прикасаться ни к чему принадлежащему им. И посему уничтожено это должно быть только полностью, дотла, без всякой возможности восстановления окончательно. Так вот, когда с этим сталкиваешься, необъяснимо желанной, близкой, любимой, видишь и переживаешь истинно единую церковь православия. Даже все наши свечки, бабушки, братья, сестры, батюшки, такие родные, родные. И напротив, когда видишь попрание канонов, небрежение, находясь внутри церкви, так и хочется указать и указываешь на праведность некоторых еретиков. Такое действие метода открытым оком. Такой вот опыт, Игнатий Тихонович. Ну, это он уже взял знаком с тем, что я говорю. Он много слушает, много читает. Я отвечаю на это. Кто не пережил этого сравнения и соприкосновения с отростками Дафана, Аверона и Корея, числа 16 глава, я так называю, еретиков, с этими отщепенцами от Моисея, истинно рукоположенными архипастырями и священниками, это как бы от Моисея, тот останавливается и в растерянности и изумлении, и близком к отчаянию разводит руками: да как же так можно? И тут снова на двойные стремнины вздымает всего вопрошателя-совопросника. Один кидается на разрушенное и явно не евангельское православие, перенося это на конкретных людей, о которых говорит, уже перенося на всеобщее состояние. Да зачем мне нужно? Тут ошибочка, выправить надо. Это православие до предела изыщенное, когда ничего евангельского тут нет. Срамная мертвая старуха, да еще и с накрашенными губами. А другая стремнина крайность, когда кажется такому, что все хорошо, и стоит идолом посреди торжища распутная девка, смрадная, дышащая смрадом, и нахально обнажающаяся блудница экономия через дефис. Блудница экономия, то есть потворствование, послабление, все можно. То впору и растеряться неискушенному в подобных вашим размышлениям. А вот тут и нужна золотая середина. Без крайностей, и чтобы быть религиозно талантливым, и до предела во всем, чтобы до мельчайшего было Бог все во всем. И дальше привожу места Писания, как всегда, чтобы человек, ну, мог теперь сослаться на Бога. 1 Коринфянам 5:28. Когда же все покорит ему,
тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все. Да будет Бог все во всем. Марка 12:23. И любить Его, Бога, всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Осия 6:6. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Псалом 49:23. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Вот тут и нужна постоянно не клюка старухи, а истинный жезл для наказания и обороны от лютых волков и псов. Юрий Соболев в ответ. Именно так и о том говорю золотая середина, Игнатий Тихонович. Та жемчужина, к которой я прилепился, по милости Божией, в виде трудов вашей жизни. Молитвенно и крепко обнимаю, храни вас, Иисус Христос. Я отвечаю, тут прислали беседу двух людей, хорошие люди сидят, ну, беседуют об ННН и о том, какие сейчас правила вносят везде, всех регистрировать. И говорят, прокомментируйте. Я говорю, комментировать на тот ролик даже вроде бы и нечего. Каждому дана возможность сделать выбор пока. Но это только пробные шары. Луза не все шары вмещает. Пока в руках нет ничего и тебя не защемило, то держи, что имеешь. А то, что где-то незримо наносят якобы штрихи, не знаю, есть ли такое. Дескать, вот нужно что-то делать, ты подходишь, а тебе раз и нанесли там 666 на лоб или куда. В это я не верю. Это отречение должно быть полное. А если есть, то влияет ли это на спасение в вечности? Никак. И вот вчера один пишет из Германии. Год митой. То есть Господь с вами. Ibn sehr froh euch zu sehen und hören. Das hilft mir im täglichen Leben. Herzlichen Dank. То есть я очень рад вас видеть и слышать. Это помогает мне в ежедневном жизни. Сердечно благодарю. И потом пишет. Мир вашему дому, Божий человек Игнатий Тихонович. Коротко. Ваше видео случайно увидел в Ютубе и был настроен, видимо, вами. Всякое слово вами сказанное, это проповедь для меня. В моей жизни свет стал тусклый, даже не свет, а дым. С тех пор, как я начал ежедневно смотреть ваши видео, моя жизнь изменилась и в домашних, и в семейных делах. С детьми стало проще, и они стали внимательны. Благодарю вас за то, что вы есть, и мне довелось с вами заочно познакомиться. У меня есть вопросы. Мое желание с вами пообщаться. Знаю, что у вас очень плотный распорядок дня. Буду молиться о вас и встрече с вами. Просмотрев ваши многие видео, но не могу поставить комментарий или отметить, что рекомендую всем смотреть. Ну вот, какие письма я опубликовал, это не все, конечно. Иногда бывает даже малая часть. Ну и познакомить с нашими ресурсами новых людей. Это вот я сюда переношу на мой мир. Видно, вот я в шапке стою. И здесь вверху наш почтовый ящик к истине. Два вплотную собачка Mail.ru. Вот здесь. Есть еще такие тут лист страницы. Там я то с голубем, то там не писать. Это запасные сделаны модераторами. Второй ресурс у нас большой православный форум Игнатия Лапкина. Вот он как выглядит. Не знаю, видно будет или нет, потому что приближать некому, я один. Володя побежал в храме затопить печь, потому что сегодня люди придут молиться. Никиты нету. Ну, Никиту вызывают тут, где он работал, на работу срочно. Он во вторник может приехать, а сегодня воскресенье. И далее наш православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Вот
Люди спрашивают, приходят, где вы берете такие материалы? Я, говорит, один ролик поставил за полгода. Мое вот каждый день 6, а сегодня у меня 7 роликов получилось. 7. Ну и как их не поставить? Вот, к примеру, раздача бесплатная, Евангелие, благовестие. Ну, идут как. Вот видно, Никита стоит. Ну, как не поставить? Снимали отрывками, а потом объединили вместе. Ну, что могли выбрать такое, чтобы заметное было. Да, небольшое. Ну, хорошее, да, все тут положительные отзывы. Я сейчас даже обновлю и посмотрю, сколько посещаемость. Вот 4 часа назад 104 человека посмотрели. 104, да я их сзади не увижу. Второй ролик. Святой Иоанн Златоуст. Христос принес с неба слово, чтобы нас возвести туда. В храме считается. Видно, Игорь Третьяков, чтец, он учится в духовной семинарии. Третий курс заканчивает. Закончили, видно, или заканчивает. В Московского патриархата. То есть нас ничто не разделяет. И наши братья там учатся. И Виктор Савченко учится. Третье. Номер 74. Филиппийцам 3.7. Это какие были у нас... Это что дается? Толкование блаженного Филакта. 33 минуты. Вот тут немножко посещаемость. 7 всего человек. Потом занятия в Потеряевке по темам. Когда я вел прошлые годы. А теперь озвучим. 91 уже номер. А будет всего 123. Дальше занятия по изучению Святой Библии по скайпу. 1 час 22 минуты. Далее утренняя совместная молитва с разъяснением. 38 минут. Ну и события дня. 1 час 1 минута. Часовые. Вот они сами просятся. У нас все открыто. И это людям открывает путь к лучшему. Вот видите, говорит, правда, мы, говорит, все иногда даже не успеваем смотреть. Ну и последний ресурс большой, это православный библейский сайт во свете Библии. Очень большой, очень. Около 50 книг аудио насчитано моим голосом еще в прошлые годы. Здесь же книги мои, 41 книга, 38 из них в бумажном варианте. И ответы, 4124 ответа по темам. И по темам разбито на 55 папок по темам. И вот сейчас озвучим частично тема смерти. Снизу начали церковь, царь, царство небесное, рай, Христос, Бог, суды, старообрядчество, спорт. Сейчас смерть. И вот сейчас я буду... Ну, никого нету, братья отсутствуют. Мне приходится самому вытаскивать эти вопросы и озвучивать. Вот так. Вопрос 191. Открытым оком. Книга. Первый том. На могиле мамы, которая верила в Бога, мы, ее дети, в то время были еще неверующие, и поставили памятник сообразно времени с пятиконечной звездой. Как выйти из этого положения? Это за не... вопросы, которые мне ставили люди, когда я вел 3 радиопрограммы в университетах, в школах, сейчас не знаю где. Ответ. Вот заметьте, какие ответы, вот, которые священники дают ответы, они нигде так не отвечают. Не то, что там я какой-то особый, просто я люблю Слово Божие, а они его не подтверждают, свои ответы. Их на каждом шагу можно, ну, задерживать. Екклесиаст 9.10. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Псалом 145.4. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Это я все поясняю, а даю ответ. Какое отношение это имеет, дальше видно будет. Когда человек умирает, его трудовая книжка, в кавычках, закрыта. И ему абсолютно безразлично, что и как на его могиле. Потому что то, что осталось, есть земля. И об этом тоже считаем. Екклесиаста 3.19. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна.
как те умирают, так умирают и эти. Значит, все отключились, все, благодарю. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Чтобы поправить положение, нужны деньги. Или заменить целиком всю стелу, плиту, или стереть, сдолбить страшную звезду. Третье езеро, 15:40. И поднимутся облака великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее, и прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду. Звезду, главное, прольют. А одно время я вел занятия с курсантами Барнаульского высшего летного училища. И благодаря хорошим связям с начальством, кое-что получал от них, когда закрывали они под институт милицейский, юридический. На списанных шинелях и кителях были латунные пуговицы с пятиконечными армейскими звездами. Трехграммным напильником мы стерли все звезды на пуговицах, а это около 500 штук, как я подсчитал. Столько звезд там было. Так, далее. Мы сейчас, чтобы ничто не мешало, по порядку будем вести новые вопросы. Вопрос 1211. Четвертый том «Открытым оком». Это у меня 33 тома. Они называются все «Открытым оком». Это толстые книги по 752 страницы. Вопрос. Могу ли я на исповеди принести покаяние за умерших родственников и каким образом? Ведь я не знаю их грехов. Ответ. Слово Божие учит, что каждый отвечает за себя. Это интересно, как у православных. Сколько любви у них. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. У первых христиан было заблуждение, и оно заключалось в том, что они, желая облегчить участь умерших некрещенных родственников, придумали крещение для мертвых. Под гроб с покойником садился крещаемый верующий, крещенный, и оттуда отвечал как бы за покойника на все вопросы, обращенное к крещаемому в кавычках. 1 Коринфянам 15:29. Иначе, что делает крестящийся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? То есть он не одобряет, а просто говорит, что есть такое вот положение, так люди делают. Вещественные долги, если мы их знаете, можно заплатить за умершего. Но как можно заплатить те долги, о которых ты и не знаешь, и в которых не принесено покаяние? Библия вообще молчит на эту тему, не дает никаких надежд. И даже напротив, показывает, что для неверующего, умершего без Христа, все окончено. Евангелие от Иоанна. 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так, позаботьтесь о своей душе, а о родственниках в келейной молитве просто скажите: «Прости меня, Господи, не осуди за эту молитву. Если можешь облегчить участь таких-то, то сотвори им твою милость». И вот читаем. Лии дочь не думала совсем, что опасны очень Хананеи, что коварство затаил Сихем и бесчестие совершит над нею. Домогаться дружбы – цель врага, но другому можно удивиться. Представитель мира и греха вдруг по сердцу говорит девице, и хоть много лет прошло с тех пор, не перевелись сыны и мора. Сколько увлекли они сестер в топ греха и жуткого позора. Обольститель через своих людей говорит: вы с нами породнитесь, будем брать мы ваших дочерей, вы на наших дочерях женитесь. Под личиной дружбы грех сокрыт. И с грехом играть
опасно в прятки. Если мир по сердцу говорит, значит, с сердцем что-то не в порядке. Вот такой ответ. Сколько минут прошло? 30. 30? Хорошо. И сейчас я буду здесь выставлять вопросы, а ты помоги, посчитай. Оп, как у меня получилось. Надо закрыть, вынести сначала его. Видишь, как рука замахнулась. Считай. Вопрос 703, второй том, открытым оком. Правильно ли, что покойнику в гроб кладут пояс живые в помощи? Ответ. Какое назначение этого пояса? Надежда на то, что это поможет избавиться от гнева Божия за беспутно прожитую жизнь. Ни слова нигде в Писании об этом нет. Иов 1.21. И сказал: «Наке вышел из чрева матери моей, наке возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Сделалось. Да. Сделалось, да. Да будет имя Господне благословенно. Екклесиаст 5.14. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Все, что бы ни клали во гроб, уже будет вопреки этих мест Писания. Язычники были более последовательны. Вместе с князем, с ханом, резали в дорогу ему лошадей и жен. Особенно пышно снаряжали в дорогу египетских фараонов. Как нам смешно читать о них. Может быть, так же смешно было бы для первых христиан смотреть на нас, карикатуру на настоящих христиан, карликов христиан. Екклесиаст 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Потом придумали класть иконы, Евангелие, бросать деньги. На могилы кладут снеди. Все это от незнания Писания, от торжества языческого духа. Ну, то есть, думали, что это поможет как-то. Если бы с другой целью было, кто-то перезахоронение, Евангелие кому-то в руки достанется, это совершенно меняет картину, о чем речь идет. Вот. Это я убираю. Следующее. Вопрос 1023. Третий том, открытым оком. После смерти на душе человека отражается полово, или это остается только в его самосознании? Слава Иисусу Христу! Как, например, делал и так далее. Можно ли определить пол человека по смерти с виду? Ответ. 1 Коринфянам 2.9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Откровение 14.4. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. Откровение 7.9. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. Откровение 12.1. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Тайнозритель Иоанн, описывая спасенных на небе, говорит только о мужеском поле, а слово «жена» касается только церкви. Более ничего не известно. Феминистки с этим не согласны. И они надеются женским не родом. Надеюсь, и они наделяют женским родом самого Бога. Мы на это пойти не можем. Только написано. Матфея 22.30. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах.
Слово как ангелы дает возможность задуматься, а какого пола ангелы? Пол относится к телу, и в вопросах спасения, касающихся души, мы как бы обходим его. Это же самое наблюдается во всех таинствах, кроме таинства священства, которое рукоположенных уподобляет Богу, прощающему грехи. Также и при бракосочетании. Но об этом уже сказано, так как это неравенство мужа и жены будет устранено в вечности. Почему ты такими отрывками каждое слово считаешь? Потому будет сказано мужа и жены. А вот так бы прочитал, смотри. Но об этом уже сказано, так как это неравенство мужа и жены будет устранено в вечности. Ты же так не разговариваешь, чтобы кажешь, я пойду за дровами. Ты же говоришь, я пойду за дровами. Так, ты понял, что я хочу? Да. Ты что-то, не пойму, то ли боишься ошибиться, то ли чего. Ну да, боюсь. Это не надо бояться. А так оно, видишь, ну, трудно слушается. Вопрос. Ну, постой-ка, тут у меня почему-то не увеличено до 20-го шрифта. Вопрос 185-й, первый том «Открытым оком». Если человек устал жить в этой жизни, то может ли он просить Бога о скорой своей кончине, чтобы предать себя в руки Божии? Можно ли молиться о скорой смерти для безнадежных больных? Ответ. Человек устает от жизни, насыщается днями. Сердце еще бьется, жизнь продолжается, а радости нет. Какой радости? Если говорится о телесной, то нужна ли она тебе? 2 Царств, 19 глава, с 34 по 35 стих. Но Верзилий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтоб идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость, господину моему, царю?» Вот видишь, какое место редкое. Вопрос задан. И вот тут взять священники, они, повторяю, никогда отвечать так не будут. Конкретно по делу. Причин несколько. Во-первых, они привыкли быть оракулами. Пришли люди к нему, и он перед ними расшаркивается. Люди пришли к Богу, не к тебе. Ты к Богу приведи. А к Богу это через слово свое. И дальше. Человек не знает, не имеет никакого опыта потустороннего бытия. И поэтому то, что кажется здесь невыносимым, при рассматривании с той стороны, покажется раем. Книга Тавит, 3 глава, 12-13 стих. «И ныне к тебе, Господи, обращаю очи мои и лице мое, молю, возьми меня от земли сей, и не дай мне слышать еще укоризны». Тавит 4:2. «И сказал сам себе, я просил смерти. Что же, не позову сына моего Тови? Что же не позову сына моего Тови, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер?» О. Тавит, 3 глава, 7 по 13 стих. «В тот самый день случилось из Сары, дочери Рагуиловой, в Экбатанах Медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям. Но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не называлась именем ни одного из них. Что нас, бить за них? Они умерли. Иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочерей вовек». Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни. Но подумала: я одна отца моего, если сделаю это, бесчестием будет, и я сведу старость его с печалью в преисподнюю. И стала она молиться у окна и говорила: благословен ты, Господи Боже мой, и благословено имя твое святое, и славное вовеки, да благословлять тебе все творения твои вовек. И ныне к тебе, Господи, обращаю очи мои и лицо мое. Молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слышать уже укоризны, еще укоризны. Как укоризны, какую страшную силу имеют. Молились о своей смерти святые, что мы видим из житий святых.
Все это от того, что человек жалеет себя и мало надеется на Бога. И такая молитва не является подвигом. Апостол Павел тоже желал поскорее покинуть земную юдоль. Филиппийцам 1 глава 21 по 26 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Нужно довериться Богу и видеть нужность свою в этом мире. Как правило, просящиеся смерти не думают о тех, кто остается здесь, какую пользу они могут принести. Этим самым они подводят черту под своей жизнью, давая ей оценку «не нужен». Жизнь – это миг. Один взмах ресниц и еще укорачивать ее. Ветхозаветный человек не имел той близкой связи с Богом в Духе Святом. И при огорчении в жизни, не имея этой поддержки от Бога, легко впадал в отчаяние. Иов, 3 глава, с 1 по 13 стих. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то да обладает ею мрак, да не сочтется она в дня года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит. И да не увидит она ресниц деницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и не было, и мне было бы покойно. Иеремия 20 глава 14 по 18 стих. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдания за то, что он не убил меня в самой утробе. Так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии? И для больного нужна такая молитва: да будет воля твоя. Псалом 138, 16 стих. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Пусть же они все пройдут, как тобою предначертано, и я не посягну на них. Господи, да будет замкнутым кольцо, цепочкой моей жизни от дня рождения до дня смерти, определенных тобою. Экклесиаст 12.6. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Вот так, вот такой ответ. Сколько мест Писания человек узнает и будет искать в дальнейшем ответ только там, где Господь оставил.
Вопрос 183. Первый том «Открытым оком». Если приходится выбирать или жизнь матери роженицы, или рождающегося младенца, то как быть? Что об этом говорят каноны? Возможен ли аборт ради сохранения жизни матери? Ответ. У Рахили были неудачные роды. Бытие 35.18. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. Известно еще несколько подобных случаев, как со снохой Илья и другие, но нигде не стоял вопрос о сохранении жизни матери за счет другой жизни. Василий Великий, второе. Умышленно, кавычки открыты, умышленно погубивший зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого развлечения плода, образовавшегося или еще не образованного, у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только за имевшее родиться, но и за то, что наветовало самой себе. По елику жены от таковых покушений весьма часто умирают. С тем совокупляется и погубление плода, яко другое убийство, а дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение до исполнения 10 лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Случаи жизни, роды в позднем возрасте, женщина в критическом состоянии. Женщина в критическом состоянии. А ну почему так рывками начинаешь? Случаи жизни. Случаи жизни, двоеточие. Вот да. Случаи жизни, да. Ну оторву. Какой случай? Роды в позднем возрасте, женщина. Роды в позднем возрасте. Видишь как? Чтобы человеку доходило до сознания. Женщина в критическом состоянии. Ребенок родился мертвым. Ты сам проникай в сказанное. И возник спор у врачей, как ей сообщить об этом. Если сказать, что ребенок живой, то это может поддержать ее жизненные силы. Но это будет ложь. Если сказать правду, то это убьет ее. Остановились на том мнении, что если правда может убить человека, то пусть умрет. И далее. Случай из моей практики. Я жил в Пензе на квартире у баптистов. Хорошая семья, трое детей. И вдруг врачи говорят в один голос, что Карпова Марфа Кузьминична должна прервать беременность ради сохранения своей жизни. Она плачет целыми днями, боится греха. У нас с ней были очень теплые, добрые отношения. И мы каждый день склонялись на колени и молились об этой беде. И вот тут совершилось совершенно неожиданное. В эту баптистскую общину из Южной Республики приезжает врач, верующий баптист, лет 60. Он еще очень крепкий, с окладистой, нетронутой бородой. Он сам обследовал ее несколько раз, и даже с другими врачами. И консилиум единодушно утвердил, рожать нельзя. Когда я узнал об этом, мы открыли Библию, и первое, что попало на наши глаза, было следующее. Иов 1.6. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Я сразу твердо заявил ей, что это лже-брат, и он обольщает ее. 2 Коринфянам 11.3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Она имела большое доверие ко мне и даже почтение. Это Марфа Кузьминична. Мы снова стали молиться, и она успокоилась. Роды были спокойные, безвредные для матери. Родился четвертый ребенок, Павлик. Его стали звать моим. Говорит, это Игнатий ребенок-то. Это он его вымолил-то. Он приговоренный был. Да. Вырос прекрасный хлопец, совершенно здоровый. После этого она родила еще 7 детей. И точно такой же случай был у моей родной сестры Валентины. Кто желает убедиться, побеседуйте с ней. Итак, молитесь и доверьтесь Богу, как говорят казаки.
Казахи. Казахи. Бог дал барашка, Бог даст и травинку. Это я вот поднабрался с ними, работал вместе. Вот. Мне нравились их женщины всегда. Просто нравились. Всегда они одеты, какое платье, платки. И она говорит, у нас замуж, если выходит, они говорят, то солнце не должно видеть волос ее, солнце. Вот видишь, как люди верят. Вопрос 2131. Сколько там? 10 минут осталось. 10 минут. Хорошо. Восьмой том, открытым оком. В житиях не раз встречается, что во время гонений некоторые святые сами себя выдавали в руки палачей. Могут ли они служить нам примером? Ответ. Не могут, ибо Спаситель так не учил. В их поступке больше своеволия и бахвальства в перенесении страданий, чем покорности Богу. Матфея 10:23. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истину говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. 2 Коринфянам 11:32. В Дамаске областной правитель царя Аретты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 3 Иоанна 1:7. Ибо они ради имени его пошли, не взяв ничего от язычников. И дальше я беру из жития святых, дословно, скопировано. Именно об этом говорится где? А в Фессалонице Александрийске. 18 января. Кавычки открыты. Услышав о том и узнав, что войны... Епарховы. Воины епарховы. Почему так считается? Услышав, узнав, что воины епарховы, никакой остановки здесь нет, ни знаков, ничего. Воины епарховы. А запятые для чего тогда? Епархины. То есть четко, это одна лента идет. Услышав. По царскому повелению идут, чтобы схватить его. Вот это уже на одном дыхании. Дальше. Святой Афанасий, вразумленный неким божественным явлением, вот это вот между запятыми, это на одном дыхании говорит. Дальше. Он в полночь. В полночь вышел из епископии и скрылся у одной добродетельной девицы, которая была посвящена Богу и жила, как истинная раба Христова. Именно так. Он скрывался у нее до самой кончины царя Констанция. И никто о нем совершенно ничего не знал, кроме Бога и одной только той девицы, которая сама прислуживала ему и приносила ему от других книги. Какие он требовал во время пребывания там. Афанасий написал много сочинений против еретиков. То есть он спрятался, бежал и не сдавался. Дальше. Вавило Сицилийский. 24 января. Кавычки открыты. В родном городе он получил образование и наставление в заповедях Господних, скоро и тщательно изучив Священное Писание, которое всегда приводит к Богу. От юных лет святой возлюбил Христа и отрекся от мира. Рано оставил он родительский дом, раздал свое имущество нищим, сиротам и вдовицам, и, отказавшись от всякой житейской суеты, поселился на вершине горы, где и пребывал в молчании. Блаженный молчальник удостоен был сана пресвитерского и благоговейно чтил... И благоговейно чтил почившего, то есть опять... Вот до этого читал нормально, опять начинаешь, то есть бодрствуй. Блаженный молчальник удостоен был сана пресвитерского и благоговейно чтил почивавшую на нем благодать священства. Когда же упорные кровожадные язычники вознамерились предать его начальнику области, святой вместе с учениками оставил Рим и удалился в Сицилию, где и прожил один год. Здесь он, по благодати Божией, многих просветил и привел к разумению Христовой истины. Как он мог привести, вот непонятно. Молчальник был, это главное достоинство его. Как он мог привести? Матфея 5:14. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Григорий Ниский. 10 января. Кавычки открыты. Демосфен составил в Анкире из... Демосфен составил в Анкире. То есть, заметь, когда ты должен ухватить. Не скачи по этому. Демосфен составил в Анкире из покорных правительства епископов собор.
на котором Григорий был ложно обвинен в неправильном употреблении церковного имущества и лишен кафедры. По приказанию Демосфена святой был схвачен и под стражей отправлен в Анкиру. Анкирский откуда у нас? Причем дорогой много пострадал от грубости воинов. Тогда у тебя воспринимать все будет это, а так очень напряженно. Так. Потом он решился бежать и, ускользнув от стражи, скрылся в безопасное место. На следующий год был созван новый собор из епископов Понта и Галатии в самой Нисте. Святой Григорий не явился на суд и снова был заочно низложен. Но лишенный кафедры, Григорий не оставался в бездействии. Он переходил из одного места в другое, чтобы утверждать православие и утешать православных. Вот видишь, какой необычный был путь. А это родной брат Василия Великого. Кир и Иоанн, 31 января, кавычки открыты. В это время царствовал нечестивый царь Диоклетиан, воздвигший гонение на христиан. Святой Кир, славный александрийский врач, был обвинен перед начальником города в том, что он христианин и многих наставляет в христианской вере. Начальник повелел тотчас схватить его. Святой Кир, узнав об этом, бежал из города, из страны египетской и пришел в Аравию. Это он сделал не из-за страха мук или смерти за Христа, но частью, последуя словам Христовым. Когда вас гонят в одном городе, бегите в другой. Частью желание продолжать свою помощь ближним, а частью желал лучше приготовить себе к страданиям за Господа своего в иноческом звании. Ввиду этого он по прибытии в Аравию тотчас принял иноческий ангельский образ. Дорофей Тирский, 5 июня, кавычки открыты. Тогда святой Дорофей, видя, что воздвигается на верующих новое гонение, снова оставил кафедру Тирской церкви, избегая таким образом рук мучителей. Ибо Господь повелел не отдаваться явным напастям со стороны гонителей, но избегать их. Он сказал, Матфея 10:23, «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Лукильян, 3 июня, кавычки открыты. Он вышел из города Беловака не потому, чтобы из страха избегал мучения, но чтобы по заповеди Господней, повелевающей уклоняться от гонителей, подать пример стаду своему. Шествуя с блаженным сострадальцами своими, пресвитером Максианом и диаконом Ильяном, он в продолжении всего пути не оставлял душеполезной беседы и молитвы. Множество народа, собравшегося на погребение из окрестных городов и сел, видя это, а последние по времени из пришедших, слыша от видевших, умилились сердцем, и в тот же день уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, душ около 500. А прежде учением святого Лукиана в той стране было обращено ко Христу до 30 000 обоего пола и всякого возраста. Кавычки закрыты. Марфа Мария или Карион, 6 февраля, кавычки открыты. Случилось однажды мимо их дома проходить нечестивому воеводе. В это самое время Марфа, открыв двери дома своего, вместе с сестрой своей воскликнула, обращаясь к воеводе, «Мы христианки!» Воевода вместе со своими слугами, услышав эти слова, не обратил на них внимания и прошел мимо. Тогда сестры вслед воеводе опять возопили, «Мы христиане!» На это воевода сказал им, «Я прощаю вас ради юности вашей, мне было бы неприятно умертвить вас». На это святая Марфа воскликнула, «О воевода, мученическая смерть! Не есть смерть, но жизнь!» Услышав это, воевода сильно разгневался и велел взять святую деву. Тогда вышла из дому и Мария, и сказала воеводе, «Что сказала сестра моя, тоже скажу и я». Потом вышел из дома и малый отрок, брат-мученец по имени Ликарион, и воскликнул, «Что сказали Марфа и Мария, тоже говорю и я, ибо я христианин». И повелел воевода повесить их всех трех на крестах.
Здесь же стоял и матерь их, и говорил им: «Спасайтесь, дети мои возлюбленные, и примите венец от Христа». И сказала Мария, вися на кресте: «Да спасешь и ты, Матерь наша, с плодом чрева твоего, ибо принесла нас ко Христу». После этого Марфа и Мария прободены. Ну, проткнуты были. Прободены на крест, были на крестах, а Ликарион усечен воином мечом. Зачем так считаешь-то? А Ликарион усечен воином мечом. Ты толчками считаешь его. Займись этим делом. Считать умеешь, все, но у тебя навык, когда ты не умел считать во втором классе. И научился по одному слову считать. Дальше считаем. Где бы схорониться, помолиться? Шум и гам под куполом высоким. Чтобы не чужие были рядом лица, занесло их праздничным потоком. Первые, как пишут христиане, собирались просто по домам. Посторонних сторонились тайно, паству доводили до ума. Мало нам апостольских деяний, что берем сейчас за образец? В рассуждение больше схожи с пьяным, церковь начинала же не здесь. Наш равноапостольный Владимир не евангельское выиграл сражение, храмы, купола, а не квартиры, и не проповедь одно богослужение. Расспросите, как родиться свыше, как родиться от воды и духа. Вот об этом даже поп не слышал, тысячелетия об этом глухо. Артистично выходы, поклоны, дым кадильный ризами шуршат. Разум прихожан устало сонный, с Библией сравнишь, как детский сад. Обезглавили, сокрыли, схоронили чистое евангельское слово. Хор традиций праздничных воскрилий, до корней незримых, безголовых. Слушайте глаголы Саваофа, по которым будут всех судить. След кровавый прямо на Голгофу, там источник жаждет без воды. Как все перепутали с годами, истина считается за ересь. Нет гостиниц и забыты бани, вместо винограда вырос перец. Вот видишь, какие слова, о чем. Все. Так, это я скажу, когда будет. Все вот. Уже. Все, все. Что, все? Все, да. Ну, во славу Божию, все. Слава Христу.